Бывают ли у вас такие дни, когда вообще нет сил ни на что? И что удивительно, даже бардак в комнатах или отсутствие там ужина, как женщины, тебя не напрягают. Вот у меня сегодня именно такой день. Мы проснулись, во-первых, мы все приболели. Все, кроме, наверное, не все. Виктория и муж хуже всех. Не пошла в школу сегодня Виктория. Я собрала себя в кучу и жарю оладики. И открыла два пакета мороженое. Здесь малина, клубника, перемолотая, без сахара. Просто открыла, пусть тает. Оно свеженькое, свеженькие витамины, самое то. И размораживаю рыбу. Надо отодвинуть, попахнуть будет. На ужин пожарю, просто в муке запанирую и все. В вечернее время мы все-таки с Мишей выбрались в магазин, и гастрономические запросы членов нашей семьи меняются каждые 20 минут. Еще полчаса назад был заказ на окрошку, и я такая: о, да, класс. А сейчас еду, и меня аж отвращение вызывает это слово «окрошка». Думаю, что приеду в магазин, еще все 40 раз поменяется, но знаю точно, что хочется каких-то нежирных таких пищи на ужин, такой нежирной, забыла слово, легкой такой, знаете. В магазине первым делом взяла вишню мороженую, вот думаю, еще клубнику что ли взять или облепиху. Ищу соусы, сладкие чили. Покажу, что купила. Картошка, свекла. За картофель отвечает Миша, но там была хорошая картофель. Яйца для стирки, вот такое что-то новое по акции взяла. Перчатки. Перчатки всегда, когда где-то вижу, сразу покупаю. Пакеты для мусора. Это курица-гриль. Муж взял, сказал, будет холостяцкий ужин. Это овощи, потому что очень хочется постной еды. Это тряпки не самого лучшего качества, ну ладно. Куча соусов. Куча под курицу. Здесь сладкое, бисквит, и орео взяла, и палочки. Из каш булгур, соевый соус, пара помидорчиков на работу мне, сок на сейчас, хлеб на не знаю. Тут еще порошок, лавровый лист, ягоды. Взяла ягод мороженых, потому что нужно. Сейчас они подтают, я сразу вместе их блендером перебью и сложу в контейнер, потому что нужно пить. Нужно пить много морса, ягод, поэтому у меня клюква, журавлина и вишня. Морковка по-корейски. Кто на Украине живет, в Сельпо там, или в Молли, или в Деликатах, Носах, вот эта марка ЗВК, очень классно, у них очень вкусная продукция. Морковь. Капуста квашеная, у них все вкусное, морская капуста. Вот такой быстрый ужин получился, как говорится, были бы деньги и дети. Детки очень помогли. Это салат зимний, здесь картофель отварной, капуста квашеная и огурчики, и душистое масло, и зеленый лук. Главное, чтобы капуста была вкусная, квашеная, сладенькая. И я обожаю такой салат, особенно когда у меня болезнь, даже не болезнь, недомогание, вот, дословно, недомогание. Коли в людини нежить, то такий пісний салатик дуже корисно. Набираю ванну с пеной, зеркало замоцанное. Буду сейчас купаться, у нас лампочка сгорела и в ванной темно. Уже отросла седина очень сильно. Я самая стойкая, самая без температуры, просто щеки горят, и как-то хочется все время пить, воздух горячий выдыхается. Но думаю, что все будет хорошо, надо просто выстоять, перестоять. Пошла я купаться, а то что-то бестолку я все говорю. Всем добрый день. Мы немножко вычухались с болезни, потому что нас скосило просто всю семью на выходные, вот так вот, хдыщ и все. Все отлежались, сейчас воскресенье, все немножко вычухались. Я держалась, кстати, лучше всех прям. Причем у меня ни температуры, ничего, просто настолько сильная слабость. А муж начал принимать антибиотик, потому что он прям сильно, сильнее всех, это муж слег.
Вот, сейчас записала клиентку, иду в магазин. По 250 кадров. Тем временем я в котором 120 на ноуте. А для чего? Моник вытягивает? Ну, типа, да. 120 5 Гц. Та не, он говорит, знаешь, не вытягивает. Процессор рисует, видеокарта рисует. А Моник же не вытягивает. Мы встретились все вместе в магазине, но Миша и Миша делают вид, что они вообще меня не видят. Я шучу. Я шучу. Все, взвешивай, пойду на гляну на креветки. Женщина, что вы тут роетесь? Я добреники покупаю нам. Кого? Ментусы. Вкусные ментусы на посиделки вечерние. Понял. Ну, можно мне на 250 грамм меньше возьми лучше? Возьми мне вот таких вот, три штучки. Мы так еще не зарабатываем. Таких ты нам купишь. Да? Угу. Роется, роется, ищет. Я не роюсь, я протрушиваю лед. Хватит, нет, как ты думаешь? Не знаю. Кстати, я видел лайфхак, как надо. Да, ящик берешь и просто. Ящиком, да, и тупо. Я дома. Пока мы делали покупки, дочь, сковородку эту вытри хорошо бумагой. Пока мы делали покупки, нас здорово снова развезло. И, сыночек, еще пару картошек, пожалуйста. И поэтому сейчас я очень быстро, пока есть силушки богатырские, пытаюсь приготовить обед, а может быть даже сразу и ужин. Обедаешь? Нет, я обед, я борща хочу. Хочу борща сварить, знаете, в перемешку свежую капусту и квашеную добавить, чтобы он такой был немножко кисленький. Его будет незаметно, что он с квашеной, но вкус насыщеннее будет. Дочь, быстрее, быстрее. И сполосни водичкой, и потом вытри, то что там тосты жарили. И... Да, Елисей, пару карташей мне. Взяли креветок, вечером посидим. Все, давай, сейчас высохнет, 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 давай. На этом видео, наверное, самые внимательные только могут заметить, что я немного раздавлена, ну и мы все немного, так знаете, эмоционально раздавлены, расплесканы, потому что кроме того, что у нас плохое самочувствие, мы все приболели, так еще и наш, ну, мы пережили довольно стрессовую ситуацию для нас. И мужу, и мне пришлось выступать такой поддержкой и опорой для старшего сына. Но о ситуации я расскажу в отдельном видео, потому что видео нужно смонтировать правильно, запикать маты, замылить дворы, убрать имена и все как-то правильно сделать, потому что ситуация разрешилась, слава богу, хорошо. Видео выложу вообще отдельным видео, для того, чтобы люди просто не повторили нашу ошибку, вернее, не нашу, мы как раз-таки все правильно делали, нам приходилось довольно быстро принимать правильные решения и выполнять правильные действия, чтобы просто Мишину ошибку не повторили. Ну и большое вам спасибо за то, что вы смотрите видео, я сейчас наговариваю на камеру звук, а сама параллельно монтирую это видео и просто наложу звуковую дорожку. Большое спасибо, что смотрите, и да, в следующем видео уже поделюсь, что было и как. Прости. Ничего. У нас креветки. Вечер, креветки. Миша уже дома с мужем. Ситуация разрешилась. На наших. Вообще ситуация разрешилась положительно. Для нас мы очень рады. Мы очень довольны. Я и всплакнула. Я и всплакнула. И мы повалились с Викторией, с Алексеем. Короче, вообще очень тяжелая ситуация. Для меня, если честно, это настоящее чудо, что получилось. Ну, когда вот такая ситуация. Мы садимся кушать креветки. Сідайте, плиз, будь ласка, уже куди-небудь. Кто-нибудь. Нам приятненького аппетита и хорошего вечера.